Опять мне выскочило какое-то сообщение, друзья. И хочу сказать, что я не виноватая. Оно само это сообщение выскакивает. У меня интернет выключен. Что они хотят конкретно, непонятно. То есть вот здесь бы, если бы можно было дома построить на площадке, то они сделали вот такую вот здесь и с камнем, и какие-то провода большие, крупные, и трубы, и дерево, бревна. То есть рабочее место, да? Может быть, 5 человек здесь работают, которые живут в той деревне, куда мы сейчас едем. То есть создают себе рабочее место вот таким образом. Какая красота! Ой! Смотрите, вот здесь сейчас доедем до конца и опять вверх. И вот так вот. И вот кто-то здесь все-таки погибает. На каждом углу какая-то досочка или крестик. И цветочки. Кто-то куда-то торопится. Стекло у нас грязное, конечно. Давайте уже, когда на место приедем, я включусь. Проехали поворот, который мы видели издалека. Вивио ди Грессо. Ну, мы едем дальше. Бивио, 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 con la B. А, con la B. Però ha un significato ben preciso, è dove c'è una possibilità di andare in due o tre posti. Короче, я поняла, что такое слово бибио. Я сказала вивио, потому что слышала в. Бибио, он объяснил мне, это развилка. Говорит, это синифика, то, что вот может, я говорю, ну это тогда круче, то есть как бы перекресток можно назвать, а он говорит, нет, лучше не круче, а именно бибио, то есть развилка на одну и на другую сторону, потому что круче это когда вот крест. А Биби, он может быть и не равномерное. А он говорит, кому в голову пришло приехать сюда и сделать, построить что-то здесь жилое. А он говорит, это они были очень голодными людьми, без денег. То есть откуда-то они, может быть, бежали, беженцы какие-то. Vivevano dalla montagna, dall'Alpe, delle capre, mucche, mucche, questo penso che erano capre. А он говорит, здесь если коровы, то не держали, держали коз и овец, потому что по скалам только вот эти животные способны передвигаться, то есть козы. А вот эти люди живут, бельишко сушат, под зонтиками сидят, берерье, не знаю, открытое или что. Вот как он посмотрел на камеру, что я снимаю, чтобы попасть в камеру. Некоторые боятся, стесняются, а у них блоки стоят, боятся камеры. А некоторые, наоборот, пыжутся, чтобы попасть в кадр. Ой, ой, какая красота! Здесь мельница, море! Чемулино. Он говорит, пойдем, поедем сейчас прямо, посмотрим, где заканчивается, будем обратно ехать и смотреть, где есть стоянка. Чемур. О, Инвендита. Вот этот домик продают, кстати, аптечка. А, можно за 3 копейки, наверное, купить. Ну, практически. Ну, из него можно конфетку сделать, друзья. Вы зря смеетесь. То есть это я зря смеюсь, а вы улыбаетесь. Гварда ке белла пьяца. Какие чаны таулины? Красота. Ну что, друзья, слышу, вода откуда-то журчит.
где-то сбегает. Уже спросила я, что бар открыт, уже взяла с собой заряжалку. И вот так сейчас мы с вами посмотрим, что здесь есть. Бар Пьяцца. Бар Пьяцца. Сирень у них. Расцвела сирень. Садочки. Вот какая, смотрите, как здесь интересно, площадка. Можно бы было стоянку сделать. Ну, внизу видно жилое помещение. А может, не жилое. Ну, что-то большое. Ну, крыши есть, а трубы нет. Ну, вот как-то так, люди, видите. У них гриль на этом этаже, столик. А видеокамера у них здесь есть. То есть заходить мы не будем, наглеть. И внизу у них тоже этаж. С балкончиком, ступеньками. И, по ходу дела, вот это к тому этажу. Домик. Домик маленький, старенький, но в хорошем состоянии. Огородик с подстилочкой, чтобы трава не росла, а именно конкретно росло то, что они посадили. Вот здесь тоже широкий балкон, деревянные балки с металлическими накладками, чтобы дерево не мокло и не выходила быстро из строя. Крыша каменная. Вижу 4 трубы. Ну, не знаю, может быть, вот эта четвертая, она следующее строение. Так, оказывается, здесь дорога идет дальше, потому что вот автомобиль поехал. И я пошла пешком. Здесь цветочки. Да, труба, оказывается, вот у следующего здания, следующей постройки. Электрические провода, цветы, лестницы, дрова. Все, что вижу, говорю. О чем пою? Все, что увидела, все спело. Березовое поленце. Пахнет березой. Крыша тоже каменная, постройка старенькая, есть решетки. Ну, как-то вот у них проводочки натянуты, они тут белье так сушат. Интересно, у нас так в Вале не сушат белье, как вот в России на шнурочке, да? Но вот здесь на проводах. Вот такая вот стоянка под крышей, типа гараж. Люди ездят вот на таких машинах с открытым верхом. Сегодня прям вот что-то уже напекло. И смотрите, здесь вот этот дом, они прям так от его отреставрировали. Но по трубам можно судить, что это старый был дом. Люди приезжают с Германии, с Голландии. Так, здесь не буду снимать. Ну вот у самого бара, смотрите, какое окно они вставили, чтобы свет проходил. Чтобы днем свет не включать для людей. Ну да, это какая-то жилая постройка, но летняя. А, вот она труба, друзья, я не увидела. Я думаю, что это вот эта труба. Увидела трубу и ошиблась. Это гриль. Труба от гриля. А вот, смотрите, какая-то постройка. Такое впечатление, что это было, не знаю, что такое-то. Кафель внутри. А с этой стороны, может быть, кухня была. Одна дверь, а окно с этой стороны нет, с той стороны вообще окон нету. Только вот, может быть, над крышей было какое-то. И сложены, видите, рядом вот эти глиняные черепица. Кстати, у Марка тоже такая есть черепица, он ее продает. Ну, как-то он дал объявление и все. А люди покупают, если им надо немножко где-то подчинить, подлатать или расстроить, расширить. Вот смотрите, они раз вывесили одеялко, тоже, наверное, стиранули, а там терраса у них, а внизу какой-то дровник, здесь гараж. Ой, Марка что-то разговор ведет, а мне уже пиво принесли. Здесь, ну, вот такой вот домик, да, стоит, его бы в порядок привести, крышу приподнять чуть-чуть.
если есть разрешение. Это автобусная остановка. И вот сюда вниз идет, вот к тому дому, да? И вот здесь тоже есть вход. Здесь вот так вот вход, но это же в этот же бар. То есть, может быть, там какое-то место жилое. Там у них диванчик стоит. Культурно, не культурно, но во всяком случае есть. И обратите внимание, вот это вот место, это для мусора. И сбоку пристроили почтовые ящички. То есть почтальон подъехал, желтый сам ящик – это опускать письма, а все остальные дверки – это брать из них. То есть у каждого есть номер дом. Он не ходит вот так пешком по всем домам. Оформился в одном домике, в одном ящичке, и все. Вот кто-то бутылки выбросил, аж здесь слышно. Так, я с вами прощаюсь. Сейчас я спрошу, может быть, в баре можно поснимать. Но если она не разрешит снимать в баре, значит, я сразу с вами прощаюсь. Здесь у них столик на улице покурить, кому выйти. Вот такое вот отопление у них уличное. И вот все. Значит, с той стороны у них жилое. Вот так вот. Туалетик. Все культурненько. Всем пока.